Вот мамочка привезла меня на очередную рыбалку. Вон она на том берегу. Я машину отогнал. А вон она ходит. Моя рыбачка. Вот такое вот у нас тут озерцо небольшое. Попробуем сегодня здесь. Посмотрим. Время почти 6 часов. Мы уже на месте. Пока мы в одиночестве здесь. Надеюсь, что так и останется. Вон она. Моя рыженькая ходит. Озерцо такое симпатичное. Вот она, моя рыбачка, мерзнет, сидит. Ты видишь тут? Пап, там какой-то движняк. Да нет там никакого движняка. Там вот круги просто пошли, я не вижу поплавок. Я вижу его, стоит он спокойно. Да. Вот наши удочки стоят. Рыженькие удочки. Он уже конкурент появился. Да, появился у нас еще один рыбачок. Здесь конкурент. Ладно, сидим, балдеем. Мамочка у нас ловит на опарыш и кукурузку. Опарыш и на кукурузку. Вот моя красоточка сидит. Ноги мерзнут? Сижу. Очень не пойму, что ты мерзнешь. Я в одной футболке не мерзну. Эй. Ну, ты, наверное, волнуешь, переживаешь, да? Не, я знаю, видно на камеру поплавок. Ну, полчаса тишина. Но рыбка здесь играет. Довольно-таки крупные экземпляры прыгают. Но наше угощение кушать не хотят. Ладно, еще немножко подождем, потом перезакинем уже на червяка. У нас с собой есть личинки майского жука, потом дождевой червяк, опарыши, кукуруза. Короче, будем пробовать первые поклевочки. Да, объедают наших опарышей. Наверное, мелочь какая-то обсасывает. Оп-оп, видишь, дергает. Сейчас мы подождем, он схватит. На второй удочке пока полный штиль. Тишина. Мамочка у нас на готове стоит. Стой пока. Не торопись, спокойно. Поклевки вообще прекратились. Народу на озере прибавляется. Еще один рыбачок подъехал. Рыбы здесь много. Играют такие лапти здоровые. Похожи на карп. Не знаю, поплавки, наверное, не видно на камеру. Мама научилась у нас профессионально забрасывать. Наконец-то. Вот такой у нас вот здесь уголочек. Один вижу, левый вижу тоже. Все поплавки на месте. Тут берег неудачный, солнце прямо. Харю светит, блин. Поднялся ветерок. Набежали тучки. Сиди за штопором. А, это грязь. Давай, поднимай. Давай. Я сейчас очищусь. Сантиметров 10 осталось до шпицы. Вот так. Ладно, пойдет. Все, давай, моя хорошая.
покажи класс. Я понимаю, никто не умеет. Все первый раз делают. Ну, а говоришь, не умеешь. Все, отлично. Оставь ее здесь. Все ты умеешь. Короче, что-то у нас ничего не получается с рыбалкой. Все эти новомодные приманки. Вся эта хрень. Ничего не работает. Я там порыл много информации в интернете и там прочих источниках. Короче, какого-то единого универсального средства, наживки. Нет такого средства. Вот сидим уже третий час. Рыба плещется, рыбы много, прыгает. Но к нашим крючкам никто не подходит. Прям не знаю, что мы делаем не так. Мама там вся в расстроенных чувствах. Вот купил какую-то навороченную крутую приманку. Там куча было положительных отзывов, восторженных отзывов. Да сколько стоит, я не помню даже. 8 евро вот такая баночка. Короче, не знаю. Ни хрена она пока не работает, уже 3 часа. Провонял все руки свои насквозь. Не могу от запаха избавиться. Больше толку никакого нет. Закинули еще на хлебушек, попробовали. Хлебушек растворился. Хлебушек, да, я разминал в растительном масле, там с чесноком. Все это тоже фигня полная. И у нас еще червяк опарыш. Там вот кто-то трется рыжий возле той удочки. Ладно, сейчас еще посидим. Если что, и вторую тоже закинем на опарыш. Посмотрим. Сколько время там, мама? Ну давай еще вот до 7:30 ждем. Потом закинем на опарыш и посидим еще часок. Посмотрим, будет опарыш работать. Что-то обещали сегодня дождик, жару. Все мимо прошло, кроме жары. Я понадеялся на такую пасмурную погоду. В такую погоду как раз активизируются вот угри, самы. Щуки? Ну, нет, щуки-то нет. Знаешь, на щуку надо блесну и прочее, у нас же просто закидушки. Пока что он активизируется только лягушки. Да, лягушки очень активные тут. Нет, рыбы много, она ж плещется, вон я ж вижу. Дразнит, короче. Ладно, ждем. У мамы настроение портится прямо на глазах, да, мам? Да. Ну что, набухаемся сегодня тогда? Нет, не пью больше. Ты больше не пьешь? Что, уже не можешь больше? Папа, мне надо привести себя в порядок. Ладно, мне тогда за двоих придется. Беда. Он балдет на нас, какая крокозябра. Дай бог она с собой клев принесет. Стало хорошо, так прохладненько. Ну, утка с выводком выползла. А у нас как не клевало, так и не клюет. Никто не дергает.